всем привет! Сочи, Краснодарский край. Я чуть не упал. Я пока снимал приветствие, я чуть не свалился вот в эту канаву. Ребята, Сочи, Краснодарский край. Мы переписывать этот дубль не будем ни в коем случае. Это будет у нас такой символический, исторический кадр. Ребят, я обязан до вас это донести при любых раскладах, потому что такой концепции найти очень сложно, достаточно сложно. Это 5 домов каркасно-щитовых. Все ребята, они распроданы, кроме вот этого единственного дома. Я считаю, что это лучший дом на сегодняшний день, каркасно-щитовой, в плане цена-качество. Во-первых, цена его за наличные стоит 9 миллионов рублей. Он на сегодняшний день, это крутая цена. За ипотека, сразу скажу, 9,5 миллионов рублей. 73 квадратных метра, это вместе с террасой. Участок у нас 4,6 сотки. А самое немаловажное, ребята, 5 домов, 4 из которых проданы, в 3 люди живут постоянно. Сейчас переверну камеру вам и покажу. То есть люди на постоянной основе и зимой, и летом живут здесь. И вы с любым из этих соседей можете приехать, переговорить. Я, честно вам скажу, разговаривал с 2 соседями, неоднократно приезжаю сюда на показы, и здесь не топит, нет никаких проблем, все в порядке со светом, люди, короче, не жалуются ни на какие вопросы, вы можете спокойно приехать с ними и переговорить, и это еще раз говорю, хороший участок, он ровненький, фактически, то есть полноценно, я сейчас вам его покажу полностью, 4,6 сотки по документам, ребята, плюс... Вот этот дом, который уже, в принципе, с ремонтом, и вам нужно только поставить мебель, взять русские носочки и заехать, и все это за 9 миллионов рублей. А теперь посчитайте, при средней стоимости сотки земли примерно, ну хорошо, в среднем 2 миллиона рублей. 4 сотки земли это уже 8, а если взять 4,6 сотки, то это уже 9. Посчитайте по 1,5 миллиона плюс дом. То есть такой цены, я просто вам хочу сказать, что я пробегусь по каркасникам, так как у меня есть... Сейчас клиенты, которые именно ищут себе каркасник, да, я пробегусь по каркасникам, покажу вам и говорю вам, что эта цена на сегодняшний день этого дома за 9 миллионов рублей, это дом, который продается, я с полной ответственностью заявляю, ниже рынка в этой локации. Мы находимся в Илларионовке, 10 минут спокойненько мы доезжаем до хосты, до моря, 30 минут мы в центре, 25-30 минут мы в аэропорту. То есть примерно эта локация идентична моей, я живу в село Каштаны, немножко... С другой стороны, также в хосте, а Илларионовку в другую сторону. Ну, в общем, как бы мы в идентичном направлении. По пути сюда вы едете по идеальному асфальту. Последний кусочек маленький, метров 150, вы проезжаете по щебеночке. Так идеальный асфальтированный подъезд вам вплоть до дома. Вы спокойненько едете, наслаждаетесь пейзажами, потому что по дороге сюда, вокруг везде горы. Все, мне не терпится, я переворачиваю камеру, пробегусь по участку, покажу соседей и зайду уже, покажу вам дом. Клевая цена, ниже рынка. Я переверну камеру. Смотрите, абсолютно ровный участочек. Это у нас заезд. Пройдем. Аккуратненько фасадик. Здесь, видите, габиончиками. То есть, бывает, подъедешь на каркаснике, и там, соответственно, у нас винтовые сваи, и не закрывается. Здесь закрыли аккуратненько. Здесь мизерный, совсем мизерный уклончик. Здесь однозначно надо... Я увидел там бассейн, а здесь просто сад плодовый. Но можно на самом деле все переиграть и здесь, наоборот, сделать бассейн. Там что-то посадить. Короче, участок, не маленький, понимаете? Вот там у нас уже дорога. Вот у нас соседи аккуратненько кайфуют. Я буду потихоньку разговаривать, чтобы никому не мешать. Соседи кайфуют, видите, вон кошечка, вон... Соответственно, читают книжечку, птички поют. Но здесь кайфово. Они уже больше месяца, эти соседи, живут. Вот эти соседи уже, я не знаю, может быть, года 2, может быть, уже давно живут. Вот. С участком разобрались. Везде антимоскитные сеточки, везде отливы. Септик у вас есть. Вода здесь центральная. Центральная, ребята. Водоснабжение. Понимаете? Центральное водоснабжение. Вот, открыл я вам специально. Вот открыл, видите? Вот он, счетчик ваш. Специально для вас. Вот, открыл, закрыл. Вот, еще раз. Последние 150 метров вы проезжаете по щебеночке, а дальше идеальный асфальт. Идеальный. Эти соседи уже давно живут. Эти тоже всегда на постоянке здесь живут. Вот эти приезжают иногда. Находится все в окружении, как бы, леса.
Птички все время поют, вот такая тишина, атмосфера очень хорошая. Я общался, и вы пообщайтесь, приезжайте, пообщайтесь, и вам объяснять. Ну, это такой клевый, спокойный поселочек такой, из 5 идентичных абсолютно домов в своей атмосфере. Люди, которые здесь проживают, еще раз говорю, они безумно довольны. Вот я разговаривал, они говорят, мы безумно довольны, что мы сюда приехали. Послушайте. Понимаете, о чем я говорю? Это вам не в центре, на курортном проспекте, в однушечке томиться. А за 9 миллионов вы даже однокомнатную квартиру на Гагарина себе не купите. Ну что, пойдем в ваш будущий дом? Пойдемте. Ваш будущий дом. Подсветочка везде на доме. Оденем бахилы, и я вам покажу. Все, одели бахилы, заходим. Здесь аккуратненькая разводка по электрике. С правой стороны у нас здесь санузел. Ребята, высокие потолки, на полу ламинат. Здесь у нас обои. Дом уже достаточное количество времени устоялся, ну, уже точно больше года стоит. Здесь плиточка у нас, здесь у нас теплые полы. Все необходимое для жизни. Ванна, вытяжка, свет. Здесь у нас, соответственно, накопитель, да? Бойлер. С ванной все понятно. Потолки высокие. Ребят, я рекомендую вам, объясню еще раз почему. Потому что за эти деньги я дешевле дома не знаю. Я дешевле дома не знаю и место, и участка. Я покажу еще несколько домов. Ну, там есть свои нюансы везде, конечно же. Вот. Но это самый клевый, по моему мнению, самый клевый дом. Самый клевый дом. Кухонная зона, все выведено, да, слив, водоснабжение, розеточки, все сделано. Выход на обалденную веранду, откатные механизмы, но на этом мы подытожим. А сейчас вот она прихожая, здесь просится шкаф, здесь все вещи у вас будут стоять, естественно, электрика будет там спрятана. Клевый, еще раз говорю, высокие потолки, как второй свет. Дальше. Спальня номер раз, вот как раз таки с выходом. Не с выходом, а с видом как раз-таки на ваш огород. Здесь, еще раз говорю, везде антимоскитные сеточки у нас. Классный участок. Ровный, клевый участок. Все. Ну, здесь, естественно, будет стоять кровать. Сюда просится гардеробный шкаф. Здесь телевизор. Все выведено под розеточку. Это первая спальня. И это вторая спальня. Та же самая история. Кровать. Ну, и здесь уже там прикроватный столик там. И так далее, и тому подобное. Вторая спальня. Уже с видом в тишину, так сказать. Ну, изюминка, по моему мнению, это изюминка. Это веранда. Мне очень нравится. Это простые достаточно, но тем не менее. Вот эти механизмы откатные такие, мне нравятся очень. Все, вы выходите. И здесь у вас уже все. Столик, стульчики, не знаю, лежак, подушка. Вы просто сидите, читаете. Вот давайте еще секунду я сделаю тишины. Ну вот просто представьте, как вы в этой атмосфере каждое утро, там, не знаю, завтракаете, садитесь, да, или просто наслаждаетесь, читаете там и так далее. Здесь у вас выведено тоже так же аналогично. Подсветочка, здесь у вас есть розеточка для того, чтобы зарядить свой телефончик и так далее. Все вас, соответственно, оберегает от дождя и так далее. Ну, не знаю, можно продлить здесь парковку при необходимости, а можно сделать какую-то зону барбекю, либо бассейн, допустим, с этой стороны. Хотя можно и с той. Ну, такая аккуратная, тихая, спокойная, ребята, атмосфера. Еще раз говорю, эти тоже я часто видел соседей, но они вот в основном летом приезжают, а все остальные трое живут постоянно. Все, на этом я заканчиваю, ребята. Рекомендую, присмотритесь. Клевый участок, клевый дом и очень клевая цена. Очень клевая цена. Ну, в принципе, все, наверное.
разные дома снимаешь, разные обзоры делаешь, в разных местах бываешь. И везде настолько разная концепция, разный подход. И вот когда попадаешь в такие места, вот такие уютные, ты понимаешь, что это тупиковое местечко, что здесь такая тишина, птички поют, лес рядом, соседи вот тихие, спокойные. Ну, уже не первый раз я здесь нахожусь. Думаешь, вот это хорошее место. Вот это бы рекомендовал для покупки, так вот искренне, так сказать, от всей души. Ну, действительно, то есть не то, чтобы продать, а вот, во-первых, цена хорошая, во-вторых, место тихое, спокойное. То есть, понимаешь, что я себя представляю, вижу здесь, на этой террасе, соответственно. Понимаю, что это клевое место. Обалдеть, как они поют. Хоть в аренду сдавай постоянно, хоть живи, хоть что. Ребят, не забывайте при желании подписываться на Яндекс.Дзен, Телеграм-канал, Инстаграм и так далее, ВК. Все эти паблики вы видите под каждым своим видео и в шапке профиля. Заметили, что уже пропали аватарки, да, у нас в Ютубе. Какая-то частично непонятная блокировка произошла или что. Ну, у всех пропали аватарки, но через VPN, кто пользуется, те видят аватарки. Все, ребятушки, я вас обнял, я пробегусь по каркасникам, я покажу еще несколько вариантов. Это для своих клиентов в первую очередь снимаю, чтобы было понимание в сравнении. Подчеркиваю еще раз. Это самый приемлемый и самый лучший и самый экономичный вариант на сегодняшний день по соотношению цены, качества, размера участка, строения и так далее. То есть это полноценный, еще раз говорю, 72 квадратных метра с террасой, 4,6 сотки земли. Хороший участок, в хорошем окружении, с хорошими соседями, в тихом, уютном месте. 100 раз повторил, потому что мне это место очень нравится. Центральным водоснабжением, я подчеркиваю, с 15 киловаттами света. Хорошее местечко. Счастья, здоровья, любви, ребят. Я вас искренне всех обнимаю. Берегите себя. Будьте счастливы. Пока. Пока.